Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Amazing Holy Play. Это красный сервачок, то есть первый. Я играю именно здесь постоянно, поэтому можете проходить и играть вместе со мной. Как вы заметили, меня не было очень долгое время. Ну, для вас, может быть, это мало, но меня не было больше недели, получается. Я решил зайти, вот я только приехал буквально 20 минут назад, зашел в игру, еще ничего не трогал. Вот можете посмотреть то, что вот я как бы зашел в игру. Мне мутик тут прилетел, короче, все дела. И я не смотрел то, что происходит с моим аккаунтом. В этом видео мы просто посмотрим, что произошло с моим аккаунтом за неделю. Больше, чем за неделю, у меня не было дома 9 дней. Видосики выходили там иногда, но как бы неделю видосов не было. И вот я приехал, сегодня 23 число, я приехал домой, зашел в игру, и сейчас мы вместе с вами посмотрим, что произошло вообще с моим аккаунтом, что происходит с бизнесом, что с семьей там и так далее. И вообще я вам покажу, чем я занимаюсь изначально, когда приезжаю домой. То есть что я делаю на своем аккаунте. Это и сегодня мы посмотрим, как бы я вам это все покажу. Возможно, это будет кому-то интересно, поэтому возьмите, поставьте лайк, там подпишитесь на канал. И не забывайте вводить промокод, пишите MM, 7-й пункт промокод, и указать друга ютубера. И вот и мой промокодик. Вот так он выглядит, Кирилл Гейм капсом. Его же можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Большое спасибо всем, кто вводит мой промокод, потому что, пацаны, меня не было неделю, накапало 2 миллиона, пацаны. Накапало 2 миллиона, вам просто огромное спасибо, потому что вы реально мне очень сильно помогаете тем, что вводите ему промокод. Поэтому реально вам просто очень большое спасибо, кто вводит промокод, и реально просто красавчики. Итак, давайте посмотрим, что там по машинам. Я просто вообще уже не помню. Так, у меня випка пропала. Эту машину надо будет мне отдать, она не моя, поэтому на нее внимание не обращайте. То есть вот такой вот у меня автопарк, в принципе. Давайте на равмурку возьмем. У меня закончилась випка. Випку я пока что забирать не буду. У меня она есть в призах. Давайте посмотрим, что вообще с бизнесом, кстати, произошло. Тоже интересно. Так, бусинес. Лям 600 лежит на бизнесе. Это мне накапало за 9 дней. Да, получается. Давайте посмотрим финансовую статистику. Ну, довольно-таки такая интересная статистика, конечно, да. 500 тысяч, 60 тысяч, 220 тысяч. Пацаны, финка такая плохая из-за того, что у меня продукты стоят очень дорого. 75 рублей за один продукт. То есть у меня жестко, пацаны, финка уходит в минус. И у меня очень мало товаров. Я хочу товар увеличить. Как бы надо будет найти того, кто делает скидочку. И увеличить товары в бизнесе. Хотя бы сделать 15 тысяч, потому что 7 тысяч это очень мало. Этих продуктов не хватает на целый день, потому что что семьи ездят на рейды там и так далее. То есть продуктов вообще не хватает. Сейчас, короче, поедем, я думаю, в банк. А, кстати, Фому надо посмотреть обязательно. У-у-у, дедюшки просто, бля, ушли просто, понимаете? Я когда уезжал, здесь было, по-моему, 4 миллиона, а осталось 500 тысяч рублей. Надо будет еще Фому почистить. То есть реально работы, пацаны, много. Просто приехал и сразу надо как бы бабосики просто вкидывать Фому. Так, давайте посмотрим, сколько у нас ваучеров вообще. Вот это самая интересная темка. Так, у нас 1000 ваучеров по топу, мы на первом месте. Наборы, конечно же, никто не делал, потому что, как бы, я убрал возможность принимать людей с первого ранга, потому что принимают долбоебов. Реально. Не обижайтесь, но, пацаны, реально принимают долбоебов. Ты его выгнал, его брата кто-то принимает. Поэтому я эту фишку брал, то что первого ранга теперь нельзя никого принимать. Принимать могу только я и мои заместители, поэтому можете ко мне обращаться. Ваучеры, кстати, знаете, куда я хочу потратить? Я хочу потратить ваучеры на, получается, машинку какую-то. Так, давайте прокатимся. Я, пацаны, уже забыл просто как играть. Для меня вообще непривычно просто. Я за комп сел кому-то первый раз. Я вам серьезно говорю. Это реально жестко. Давайте залетим на Ашик. Посмотрим, что вообще тут происходит. Что продается. О, машинка с ивента продается. С аудиосистемой еще, пацаны. Ебать тут людей, конечно. Я уже, конечно, отвык от этого всего. Какой-то пацанчик ко мне подбежал. Цена. Не продаю, братанчик. Не продаю. А, у меня мут, братан. Я не продаю машину. Поехали, я думаю, в банк. Сейчас оплатим все имущество. Давайте напишем в чат семье. Всем привет, родные. Давай. А, бля, не могу нихуя написать. У меня мут, пацаны. Ладно, я хотел написать, поздороваться со всеми. Фому надо сейчас будет поднимать, кстати, потому что онлайн, думаю, упал. 34 человека в сети.
Но мне кажется, это маловато, поэтому сейчас поедем в банк, оплатим все налоги, как раз получим еще за это ваучеры. Ой-ой-ой-ой, авария. Так, и потом уже займемся еще чем-то, в принципе. Кстати, вент же убрали, я не успел вообще ничего приобрести, потому что в это время я отдыхал, я был в деревне, я катался там на мотоцикле. Кто, кстати, на Инстаграм подписан, тот следил, в принципе, чем я занимался, потому что я выкладывал каждый день сторисы, фоточки там новые, поэтому всем, пацаны, советую подписаться на Инстаграм, потому что там очень много всего интересного. И если я куда-то пропадаю, то вся информация есть, в принципе, в Инстаграме, поэтому всем просто рекомендую реально подписаться, вы не пожалеете. Так, давай, 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 зелененький, все, полетели. Ну реально, пацаны, очень сильно отвык от компа. Ну реально, как будто первый раз сел за комп, просто я такую мышку беру, такой, это что такое вообще, типа, ну. Так, сейчас давайте быстренько, так, счет бизнеса. Давайте с бизнеса снимем, ну я думаю, лямчик снимем, на продукты оставим 600 тысяч. Так, все, лям я снял, теперь нужно пополнить баланс. Пополним мы на 3 миллиона, я думаю. Так, 3 миллиона. Так, домашний счет 300. Так, 227. Так, я дом оплатил, получается. Так, счет бизнеса оплатить. 227 тоже, да, получается. Так, домашний счет оплатил. Бизнес я оплатил. И сейчас нужно на Фому еще бабки закинуть, да, получается. Бля, просто бабки так уходят, пацаны. Так, внести деньги, 1 миллион. Все, лямчик я положил. Отлично, сейчас еще Фому оплатим, получается. Так, семья получила 4... Нормально, кстати, походу пофиксили. Раньше, типа, нельзя было так оплачивать. Типа, за это ваучеры не давали. А сейчас, в принципе, пофиксили, походу. Кстати, там ничего новенького не добавили, как бы, надо посмотреть. Так, сейчас быстренько вот так вот F-меню. Так, давайте посмотрим, что можно за ваучер вообще купить. Так, обменник. У нас все куплено, кроме увеличения сейфа, но... Я не вижу смысла покупать. Так, а вот эта херня еще работает или нет? Максимальная возможная сумма для получения 10 миллионов. Один ваучер равен 10 тысячам, да, получается? Вот хреново то, что эту темку как бы еще не сделали. Можно было бы реально на этом бабки зарабатывать. Это было бы круто, мне кажется. Так, покупка транспорта. У нас есть 1000 ваучеров. Мы можем купить Фому Toyota Mark 2. Но я, пацаны, хочу, знаете, что купить Фому? Rolls-Royce Cullinan. Он 1600 ваучеров стоит. Я думаю, стоит месяцок потерпеть, подождать. И, в принципе, мы... его купим Фому, ну либо можно будет Феррари, кстати, купить, которая как бы вообще эксклюзивная, ее нельзя нигде купить, только в Фоме, либо с контейнера выбить, то есть либо Кулинан, RS6 еще можно было бы C8 купить, она тоже пиздатая. Короче, пацаны, реально очень хочется покупать машины Фому за ваучеры, но ваучеры копятся долго, поэтому пока что я этого сделать не могу. Пушка, бля, Мурка. Ай-яй-яй, аккуратненько, штрафики ловим. Давай, полетел, надо фары включил, пошел просто. Пушка-гонка, так. Еще Фому проведаем, что там происходит вообще. Так, залетаем мы в Париж. Так, я предлагаю заспавнить машины. И за ваучеры надо их заправить. За ваучеры выгодно, кстати, их заправлять, потому что бабки тратить не хочется, понимаете? А именно вот таким способом можно, в принципе. Так, обменник ваучеров, услуги, заправить весь транспорт. Опа, заебись, все. Я 10 машин заправил. Так, заходим, смотрим. Смотрим, все ли на месте. Да, все машинки на месте, пацаны, все хорошо. Так, сим-карта у меня та же самая осталась. Бабочек у меня тоже есть. С промокода пока что снимать не буду, не вижу смысла. Как бы все, пацаны, хорошо. Все с аккаунтом отлично, все хорошо, в принципе. Ютуберка также у меня осталась. Ее у меня никто не забирал, вроде бы как. Поэтому все, пацаны, отлично, все хорошо. Я просто вам хотел показать, что происходит с моим аккаунтом, когда меня нету как бы долгое время. И что я вообще делаю. Мне кажется, это видео было, ну, интересно и полезно кому-то, возможно. Ну, реально было интересно, типа, блядь, а чё он, типа, делает там, как бы, все имущество я оплатил, пацаны, все отлично, все оплатил на 30 дней, как бы, мне по кайфу, буду вас радовать дальше видосами, как бы, я уже вернулся надолго, я уезжать никуда не буду в ближайший месяц, поэтому видосы будут выходить практически каждый день, поэтому всем советую подписаться на канал, поставьте лайк, всем пока-пока.